компании Максим представил микросхемы MAX16903 и MAX16904, синхронные понижающие преобразователи для применения в автомобилестроении, которые имеют ток потребления в отсутствии нагрузки всего 25 микроампер, а в рабочем режиме позволяет получить выходной ток 1 ампер и 600 миллиампер соответственно. Преобразователи оптимизированы для работы в диапазоне напряжений от 3,5 до 28 вольт. Интегральная схема выдерживает работу в неблагоприятных условиях автомобильных систем с питанием от аккумулятора. При этом MAX16903 и MAX16904 выдерживают кратковременные перегрузки до 42 вольт и работу в режиме холодного запуска до 3,5 вольта. Устройство пригодно для работы с высокой производительностью и обеспечивает стабильное выходное напряжение как во время запуска, так и при включении и выключении. Широкий диапазон в сочетании с низким током потребления делают MAX16903 и MAX16904 отлично подходящими для применения в автомобилестроении. В MAX16903 и MAX16904 интегрированы мощный входной и слаботочный входной полевой транзистор, который позволяет не использовать внешний диод-шот. Такая схема дает возможность уменьшить габариты и сократить стоимость устройства при высокой энергоэффективности. Кроме того, подобная архитектура позволяет устройству работать в режиме пропуска рабочих циклов при пониженной нагрузке, а также в режиме с принудительной шим-модуляцией для уменьшения электромагнитных помех. В интегральной схеме есть выход с соответствия выходного напряжения номинальным значением с открытым стоком, который упрощает управление последовательностью работы преобразователя. Защитные функции интегральной схемы включают защиту от перегрузки по выходному току и отключение при перегреве. MAX16903 и MAX16904 работают в диапазоне температур от минус 40 до плюс 125 градусов. Интегральные схемы стандартизированы по спецификации AES-PU100 и выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP с защитой от перегрева и 10-выводном корпусе TDFN.